Привет! Мы в Швейцарии, где снимаем календарь World Fashion 2020 вместе с World Fashion Channel. Поехали! В начале этого года мы поставили себе высокую планку сделать самый лучший фэшн-календарь. Мы уже сделали съемки замечательные в картине Д'Ампецо на Сардинии и на Ибице. И сегодня мы в Швейцарии. Мы начинаем четвертую серию съемок календаря World Fashion 2020. Мы в этой замечательной стране, она вдохновила нас на совершенно удивительные сказочные образы. Мы снимаем осенние месяцы и работаем с моделями из разных континентов. Мы увеличиваем географию людей, которые вовлечены в процесс создания этого календаря. Я надеюсь, что, опять же, вам все понравится. World Fashion Channel, добро пожаловать в шале Цермат Пик. Меня зовут Мариана, я управляющий этой великолепной виллы, расположенной в швейцарских Альпах. Цермат – это крохотный городок с множеством уникальных традиций. Его главная достопримечательность – гора Маттерхорн, ставшая символом знаменитого шоколада Таблерон. Оцените сами, насколько это тихий и спокойный город. На наших улицах вы не встретите обычных машин. У нас их заменяют небольшие электрокары. В целом здесь все находится в пешей доступности, а в центре города много различных ресторанов и магазинов. Эта вилла была построена для частного использования и относится к классу люкс. Мы хотели дать людям возможность отдыхать по-новому. Роскошные каникулы можно проводить не только в отеле, но и в частном доме. Мы одними из первых на рынке предложили туристам шикарную виллу для частного использования с сервисом пятизвездочного отеля. Сейчас мы находимся в самом сердце виллы, в гостиной. Здесь вы как будто находитесь в пузыре, который поднялся над городом Цермат. Панорамные окна открывают потрясающий вид на гору Маттерхорн. Здесь вам будет приятно расслабиться с бокалом шампанского, посидеть у камина или просто насладиться фантастическим пейзажем. Сегодня мы работаем с красавицей Идой, и для нее я подобрала образ в стиле вестерн, который, кстати, является самым модным трендом этого и следующего сезона. Мы почти закончили, образ получился очень красивый. Осталось подобрать несколько аксессуаров. Я выбрала топ, блузу с широкими рукавами, просто колготки и черное белье. На ногах у Иды ковбойские ботинки. Покажи их, пожалуйста. Красиво, правда? А теперь покажи весь образ. Покрутись немного. Как тебе? Чувствуешь себя американкой? О да, вообще я из Дании, но сегодня определенно американка. Hi, my name is Ida. Привет, меня зовут Ида, мне 20 лет, я из Дании. Вместе с World Fashion Channel мы снимаем календарь World Fashion
2020. Это были незабываемые съемки в Швейцарии вместе с World Fashion Channel. Мы побывали на самой высокой точке Швейцарии и, кстати, всей Европы в целом. Объездили все части этой страны. Иногда было непросто. Нам приходилось взбираться на горы, подниматься к замкам, спускаться в долину Верзаска и все в таком духе. Для меня это были особенные съемки, потому что я родился в Швейцарии. Уверен, что эти фотографии будут самыми красивыми в календаре. Вам понравится. Для первого съемочного дня мы выбрали локацию, которая находится на вершине горы. И там расположено очень красивое озеро, куда съезжаются путешественники со всего мира, чтобы увидеть отражение горы Маттерхорн. Мне кажется, это очень красиво. Отлично. А вот наша первая модель Ида, родом из Дании. Ида. У нее был очень красивый, гламурный макияж. Красиво. Мы снимали в горах вместе с прекрасной командой World Fashion. Оттуда открывался невероятный вид. Мне очень понравилось. Я впервые побывала в Швейцарии, и это было незабываемо. Мне подобрали два классных образа в стиле вестерн. Я была девушкой-ковбой. Мне все очень понравилось. Отличная команда и потрясающее место. Это второй образ нашей модели. Сначала мы придали волосам легкость, сделали их волнистыми, а теперь заплетаем в тугую косичку и вытягиваем из нее несколько прядей, чтобы создать эффект растрепанных волос. Первой моделью была Ида из Дании. У нее очень красивая внешность, светлые волосы, волшебные голубые глаза. Съемка была в стиле кантри, а Ида в образе девушки-ковбоя. Мы снимали в немецкой части Швейцарии, на самой высокой точке Цермата.
Также у нас была видеосъемка. Я гуляла в горах, а сверху меня снимал дрон. Было довольно опасно ходить по этим большим камням, разбросанным по всей местности, но в то же время весело. Мне понравилось. Было круто. Мне не терпится посмотреть результаты нашей съемки в горах. А вы можете увидеть их на World Fashion Channel. И съемочного дня к нам прилетела модель из Китая. Это невероятно, но это был ее первый опыт, когда она выезжала за границу. Она не говорит на английском. Нам очень повезло поработать с профессиональной моделью из Китая. Она невероятная. Для нее мы подобрали особенный образ. Я сделала макияж в красных тонах. Сегодня мы снимаем девушку из Азии в очень интересном, эффектном образе красного цвета. Мы назвали его «Красная ведьма». Я добавила много разных стильных аксессуаров, как, например, маска дракона или корона из цветов, напоминающая рога быка. Так что ее образ действительно особенный. Спасибо тебе, прекрасная Швейцария, что вдохновила меня на все это. Мне очень нравится этот образ. Вместе с маской дракона выглядит идеально. Да, очень хорошо. Только еще немного... Да, вот так. Красота. Всем привет! Меня зовут Или Жанг, мне 23 года. Моя модельная карьера началась в 2014 году. Я безумно рада участвовать в этой съемке. Благодаря этому проекту я впервые побывала за границей, так что большое спасибо за эту возможность попробовать что-то новое. Был самый необычный образ, который мы для нее подготовили. Мы вдохновились долиной Верзаска с необыкновенным цветом камней, воды. Это место уникальное, и нам хотелось показать что-то совершенно новое. Для этой съемки стилисты подобрали два образа в красном цвете. Первый — красивое платье с черным корсетом. А на голове у меня была маска дракона. Мы в долине Верзаска. Это невероятно красивое магическое место. Специально для вас мы привезли модель из Китая и подобрали для нее просто сумасшедший образ. Вместе с командой World Fashion, Марина, наш креативный директор, команда операторов и все-все-все-все-все, мы делаем магию. Приготовьтесь увидеть волшебные фотографии. Нашу вторую модель зовут И. Она из Пекина.
Она не владеет английским и говорит только по-китайски. Поэтому мы общались с помощью переводчика. Это был довольно интересный опыт. Для нашей модели из Китая мы подобрали безумный образ с маской дракона. Она была похожа на героиню кино. Съемка проходила в итальянской части Швейцарии, в долине Верзаско. На фотографиях вы увидите море экспрессии. Все снимки напоминают кадры из старого китайского фильма. Old movie. Можешь отойти немного назад, чтобы мне было видно воду? Второй образ состоял из атласного жилета и кожаных брюк. Последние понравились мне больше всего, потому что кожаные брюки — это супер стильная вещь. К тому же, в них я выгляжу очень стройной и сексуальной. Для меня огромная честь принимать участие в проекте World Fashion Channel. Вся команда работала на износ. И несмотря на то, что порой приходилось непросто, нам удалось сделать потрясающие снимки. Я очень довольна результатом. Спасибо, World Fashion Channel! Прилетела модель из Бразилии, она путешествовала больше 14 часов, чтобы добраться до нас. Наша третья модель из Бразилии. Она настоящий профессионал. Для того, чтобы сделать ее образ мужественным, но в то же время стильным, я использовала серебряные оттенки и цвет металлик, а также контур. В поисках локаций мы нашли совершенно потрясающее место, где два замка расположены на двух холмах, и они смотрят друг на друга. И мы придумали образ принцессы-воина. Как тебе твой образ? Тебе удобно? Yeah. Да. Чувствую себя дерзкой принцессой. Супер. Рада, что тебе нравится. Сегодня мы снимаем Мишель. Для нее я подготовила воинственный образ. Длинное пальто с поясом, покрытое кристаллами Сваровски, под которым надето нижнее белье и чулки. В руках модель держит шлем. Выглядит очень сексуально. Вот так очень красиво. Ничего, если на фотографии будет видно юбку. Мне нравится.
Привет, меня зовут Мишель Ксавье. Я из Бразилии, но сейчас живу в Нью-Йорке. Мы находимся в Швейцарии, где вместе с World Fashion Channel снимаем календарь World Fashion 2020. Наша третья модель — Мишель. Она прилетела сюда из Бразилии, чтобы принять участие в проекте World Fashion Channel. Ее мы снимали здесь, во французской части Швейцарии, где находятся самые красивые швейцарские замки. Съемка была стилизована в духе средневековья, а модель выступила в роли девушки-воина. Для создания этого образа мы использовали меч, шлем, необычный наряд и невероятный макияж. Мишель — гордая, сильная девушка. Поэтому этот образ идеально ей подошел. Уверен, вам понравится. For sure. Для второго образа мы использовали только нижнее белье, корсет и меч. Получилась по-настоящему сильная женщина. А можно больше? Да, вот так, спасибо. Мне очень холодно. Вы увидите это позже, на мне почти не было одежды. А так как я из Бразилии, мне всегда холодно. Это был удивительный опыт. Мы видели невероятно красивые места. Мне посчастливилось попробовать себя в роли воинственной принцессы. Попозировать с мечом в руках. Прекрасная команда, великолепный фотограф, потрясающие образы. Мне очень понравились макияж и прическа. Это было весело. Я готова поиграть. А вы? Подходит к концу замечательные съемки в Швейцарии. Конечно, хотелось бы сказать слова благодарности группе компании «Меркурий» за поддержку и участие в этом проекте. Большое спасибо всем нашим партнерам, команде, которая постоянно с нами, работает на износ по 24 часа в сутки. В общем-то, все мы делаем для того, чтобы проект получился достойным, чтобы и видео, и фото вам, естественно, нравилось. Это World Fashion Channel. Оставайтесь с нами! Я очень рад, что мы закончили съемки для календаря World Fashion именно здесь, в прекрасной Швейцарии. Это было потрясающе. Смотрите эксклюзивно проект World Fashion Calendar 2020 только на канале World Fashion Channel. Оставайтесь с нами и ждите, в декабре уже выйдет самый крутой фэшн-календарь. Эксклюзивно на World Fashion Channel. Не пропустите.
back against the wall, but I'm a champion. You can push and I will fall, but I will get back up. When the dark is closing in, I will burn so bright. No one can stop me here at night. You can corner me tonight, but I should warn, I bite. And I am stronger than I look, and I don't have to fight. I hit those holes along the road, but they ain't stopping me. I keep on driving through my life. We'll be right back.